Привет-привет всем! Вы на канале Взагали по Загалям. И у нас очередная распаковка. Смотрим, что нам сегодня прислал Китай. Так, вот он согнул. Заказываю второй раз. Новая лампа от Xiaomi. В тот раз пришла она ровненько. Здесь, видите, взял, согнул. Надеюсь, это не повлияет на работу. Вот новый значок Xiaomi. И чем отличается эта лампа? У нее есть кнопка. Кнопка регулируется, включается. И при последовательном нажатии увеличивается яркость свечения. Светит очень-очень ярко. Вот так самый тусклый режим. И при задержании, удерживании кнопки, она выключается. Очень удобно. Очень большая, очень яркая. Может заменить полноценный светильник. Но светит нереально ярко. Так, идем дальше. Так, здесь у нас... Тоже уже не раз я заказывал. Наверное, один из самых популярных мужских чехлов. Большой, брутальный, функциональный. Что в нем интересного? Так, это... Не помню, на какой вот модель. 640XL или Lenovo, или что это? Или Lumia. Вот такой он мощный. И самое интересное, что здесь есть, кто еще не видел. Вот, самое интересное здесь это вот эта подставочка. Для того, чтобы удобно смотреть там какие-то видео на телефоне. Вот она складывается и закрывается. Яркий, интересный, цвета самые разнообразные. Можно выбрать на свой вкус. И вот в подарок еще вот такой положил, тоже подставочку под телефон. Мелочь, но приятно. Не успел я смонтировать то видео, как пришли еще три посылочки, и мы их добавим в одну распаковку. Посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь электронный штангенцеркель. Так, батарейка есть. Так, здесь переключаются дюймы и миллиметры. Тоже удобно. Есть вот такие удобные упоры. Для того, чтобы точно можно было. Сейчас мы проверим его точность. Так, у нас есть дюбель 6 на 40. Вот он показывает 6,1. Но это возможно. Длина 39,2. Ну, как это штамповка пластмасса, то это возможно. Так, теперь внутренний диаметр. Вот этого можно измерить. Здесь у нас 13. Вот. 13 ровно. По металлу показывает очень точно. Так, еще один проверим. Здесь у нас 10. Вот, как видите, ровно 10. То есть точность довольно-таки приличная. Сам материал это пластик. Большой дисплей. Ну, хороший девайс. Вот здесь еще есть какие-то его технические характеристики. Батарейка. Кому интересно. Так, идем дальше. Это салфетка. 3М скотч. Вот сюда клеится и подставка под телефон.
такой зажим в автомобиль для телефона. Вот так оно стоит. Очень крепко, очень надежно, жестко. Здесь есть вот такие пазы. И в закрытом виде оно вот так выглядит. Прикольная штучка. Ссылки будут под видео в описании. Так, и на сегодня последнее. Так нехитро упаковано. Тут пара салфеток и стекла. По-моему, на Lenovo. Так. Это не слишком тонкие. Это пленка. Надо посмотреть, что там было, пленка или стекло. Так, все. Такие были сегодня товары на распаковке. Спасибо всем за внимание. Пока.